С Майком. Странно, подожди, а куда ж надо тогда ехать? Куда-то в 400 метрах от нас. Сейчас дай карту посмотрю. Вот, да, по этой дороге правильно. Потому что мы быстрее то сюда доедем, так. Да, сейчас тоннель, все правильно, а карту посмотрел. Мы на верном пути, батенька. Да вот, двоих давить. Я постоянно кто-то здесь стоит. Они... Ты все жаловался на мою скорость, и вот я теперь быстро еду. Ну, это ж хорошо, значит, если ты едешь быстро, значит, мы быстрее будем в пункте назначения. Значит, меньше рекламы посмотрят наши дорогие подписчики. Ну, это ж хорошо. Да, все для них. Так. Назад, давай, быстрее. Ой, сзади меня догоняет купальники с серебристым, мать ее. Ну, давай, 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 давай. Вот и все, приехали. А вот броневичок кто-то пригнал, гляди-ка. Это я съездить успел. Да конечно. Ой, только назад не сдавай, я тебя умоляю. Да мне выехать надо из гаража. Не, ну что ты делаешь? Чуть меня не задавил. Ладно, я к этому Майку подойду сейчас. Вас ждут другие игроки. Да. Телепортируйся сюда и нажми. Или бей. Да я поднимусь. Да не стоит. Ну-ка подойди-ка, дай-ка я телепортнусь. Подошел? Да. Сейчас. Вы неплохо справляетесь. Если вам в джунгли, то быстро. Если вы хотите попасть в эти бункеры, я должен... А что ты сделал? Зачем? Поговорил с ним. Ну что ты очень быстро, я не понял, что надо вот делать. Он за... Только смотри, жопу себе не подорви. А что он тебе дал? И не забудь найти он себе мне проводника. Ничего не дал, он нас сейчас проведет. На острове легко заплутать. Он тебе дал либо гранату, либо что-то дал. Он сказал, жопу себе не подорви. На минном поле, помнишь? А, я не помню, потому что ты все отключил быстро. Да нет, это было до этого. А-а. Давай починимся немножко. Давай, я не против. У меня кувалда Габриэля сломалась. Не выкидзаси. Так, ну что, золотой? Теперь я поведу. Я поеду на броневичке, кстати. А ты пока выезжай здесь. А, я не могу на броневичке поехать, твари. Твою мать, ну что ж ты творишь-то? Давай я дверь открою тебе. Я внутри. Поехали. Что-то у меня какое-то смутное ощущение, что нам все-таки надо к восклицательному знаку. Ладно, давай к восклицательному знаку. Зайди к ней. К ней? К ней. А, давай. Я слышала, моя мама говорила, что они играли внутри, пока их не запечатали. Если мы откроем один из них, мы сможем пробраться внутрь. Так, взорвите вход в старый бункер, доберитесь до тоннеля через старый бункер, и доберитесь до деревни в джунглях и тыщите Моуина. Сложно. И сколько награда-то? Я не вижу награду, сколько дают. Блин, ладно, потом посмотрим. Конечно. 6 тысяч опыта, наверное. Я покажу дорогу. Ну что ты по этому поводу думаешь? Ну сели вы ее. Йо, я не сел. Ну подожди, блин, ты дергаешь. Да она что-то бегала. Я не могу почему-то сюда сесть. Все, сел. Поехали, золотой. Сейчас я ее вперед пропущу, она нам дорогу будет показывать. А может, я к ней могу прыгнуть в тачку? Она вообще водить умеет? Ладно, я веду броневик. Ну не надо так делать, Филипп, ну что ты творишь? А? Как вот я себе теперь... А, ну я просто назад сейчас дам. Все, я сажусь. Прыгаю в свою тачку. И погнали. Показывай, еду. Показывай дорогу. Да, еду. Да, еду, говорю, ёбаный. Тихо. Давай. Да я прям за тобой. У меня ценный груз. Я девочку везу. Несовершеннолетнюю. Давай в лес отвезем, слышь. Не, девочка хорошая. Хорошая, так в лес надо отвезти. Попробуй-то. Что это было? Ничего, я назад сдавал ее. Зачем? Объясни.
Ты это сделал специально? Да? А, вот этот мой я его задавил. Хотя не задавил, просто ранил. На самом деле. Ну что, мы доедем или нет? До этой чертовой точки. А? 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 Вот, чуть-чуть, наверное, ой! Эх, у меня же все почернело. Ты никуда поехал. Золотой. Поэтому я, наверное, буду первой точкой. Хотя вот вверх очень сложно подняться на таком тяжелом броневичке. Нет, ты меня вроде не догоняешь. А вот сейчас сокращается расстояние-то. Да, я быстрее тебя доеду. О, да. Ждем тебя. Ну все, спокойно, 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 спокойно. Ждем тебя. Спокойно. Упс. Здесь что-то очень темно. Дай-ка, вот хочу просто пройти, посмотреть, что тут у нас такое. Вы выходите из игровой области. Ладно, не буду выходить. Все, приехал. Дальше что? Что происходит? Почему у меня пол жизни отнялось? А вот черт его знает. Так, что делаем-то? Сейчас, подожди, я выйти отсюда не могу. А я вот не понимаю, почему мы не можем... Короче, давай садись в трейлер этот. Вот сюда нам надо, слышишь? Куда туда? Вот видишь, где круг, где моя тачка стоит. Выйди из тачки. Зачем выходить? Блять. Спокуха, спокуха. Все, я в кругу, да? Ну еще дальше-то. А, вот она вышла наконец-таки. Так, ну что, нам, наверное, помоги сейчас. Помоги мне, пожалуйста, я умер. Постарайся не двигаться. Сань, я тебе помогу. Спасибо. Я не понял, что произошло. У тебя какие-то припадки начинаются, наверное. Энергетика уже меня перепила. Наверное, кто-то спрятался в бункере и привлек их внимание. Мне это не нравится, но ты делай то, что должно. Окей. Делай то, что должно, понял, Филипп? Филипп. Да-да-да. Тут сейчас очень много их будет. Твоя помощь не помешает. Сейчас, а подождите, Александр. Блин, мы же на 50 метров отошли, ты не успеешь подбежать. Филипп. Филипп. Да. Филипп. Вон двое бегут. Ну быстрее беги сюда, двое. Давай, стоп. Yes. А, грамотно, грамотно. Садитесь. Зачем садиться, я буду бежать. Ты тут не проедешь. Только меня не сдави, ладно? Ты же сам говоришь, не проедешь. Трофи. Блин, Джин, ты можешь быстрее бегать? Да она-то может. Так, ну и чё? Меня не задави только. Следуй за ней просто и всё. Да я фоллоу. Сейчас они ещё побегут. Эти мерзкие зомбари. Я её сейчас перееду. Отъедь, дура! Спокойно. Дави, дави их. Отлично. Тихо, 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 золотой. Отходи. Да все, я его завалил. Он еще один. Ну, если ты отойдешь за ним. Ну что ж такое? Да все нормально, нормально. Мне патронов-то не жалко. 975 баксов дали за него. Ну ты, кстати, молодец, сообразительный такой. Я посмотрю. Танк бы еще пригнал. Смотри, вот здесь их много очень будет. Сейчас я бегу. Упс, только меня не убей. Спасибо. Да отходи. Отходи, говорю. Толкай его. О, молодец. Так, срочно. Еще один. Дави, дави, быстрей. О, убил его? У меня создается ощущение, что я тебе сейчас пизду. Полегче, полегче. Можно выражаться. Я тебя пойму и так. Не волнуйся. Ах, он... Yes. Столб это дали. Ну что, завалил его, нет? Нет. Тут у меня их три. Ну что, убили тебя? Нет. Что, все, убил, что ли? Нет, что-то это пропало.